Здравствуйте, меня зовут Татьяна Шумицкая, я тренер школы танцев Алмея. Сегодня я вам презентую элемент на кольце под названием кувырок вперед, переход на одну ножку. Изначально вы должны подняться на кольцо правой ногой вперед. Дальше вы держите за колечко обоими ручками, прогибаетесь, выравниваете заднюю ножку, после чего проворачиваетесь корпусом вперед и повисаете на опорной ноге впереди, соответственно правой. Опускаетесь вниз, дальше поднимаетесь, держите за кольцо и спускаетесь. Элемент закончен. Желаю вам удачи и уверена, вы большие молодцы, верьте в себя, у вас все получится.